Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали участников группы, подозреваемых в совершении разбойных нападений. Злоумышленники при помощи биноклей наблюдали за домами в темное время суток в масках, врывались и, угрожая электрошокером либо пистолетом, связывали жильцов, похищали деньги и ювелирные украшения. Они успели совершить два разбойных нападения в Одинцовском округе и в Домодедово. Общий материальный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.